А вы знаете, что есть вещи, которые ни в коем случае нельзя носить в своем кошельке, потому что вы тем самым выталкиваете деньги своего кошелька, и это привлекает бедность, нищету и постоянные финансовые проблемы. Поэтому обращайте внимание на определенные вещи. Вы знаете, кошелек — это такая вещь, которая несет достаточно мощную энергетику, как и сами деньги. Недаром бы человечеством был придуман когда-то кошелек именно для денег, не для каких-то вещей или предметов. И вы знаете, водиться деньги, к сожалению, не будут, и удача обойдет вас стороной, если вы будете носить в кошельке именно эти вещи. Что это? Первое, друзья, чеки и квитанции. В кошельке такие предметы создают энергетический шум, тем самым блокируя финансовый поток. Поэтому, если вам нужны какие-то чеки и квитанции, перенесите, заведите для них папочку. Например, вы оплачиваете какие-то коммунальные услуги, вам легче и удобнее ложить именно такие чеки и квитанции после оплаты в свой кошелек. Но носить их постоянно точно не надо. Пришли домой, разложили все по местам, все по папочкам или по полочкам. Далее, ни в коем случае в вашем кошельке не должно находиться купюр сувениров, именно сувенирные купюры, которые не платежеспособны. Это может быть и тот же $1, старинные какие-то банкноты, и таким образом вы привлекаете вот через вот такие вот поддельные так называемые деньги, вы привлекаете нищету и бедность. Далее фотографии. Фотографии в кошельке не должны быть ни живых, ни мертвых людей, потому что аккумулирование денежных потоков необходимо только энергии его хозяина, а чужая энергетика будет блокировать финансовые потоки. Также записки и лекарства. Это не только отпугивает удачу, но и притягивает болезни. Также в вашем кошельке не должно быть ни активных кредитных карт и проездных билетов, срок действия которых уже истек. Кроме того, кредитные карты старайтесь вообще не держать в кошельке, потому что они будут только таким образом увеличивать долг или кредит. Помните об этом. Прямо сейчас ставьте лайк. В комментарии напишите слово «достаток», и пусть Вселенная приумножит достаток вашей жизни. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.